Здравствуйте, дамы и господа, с вами я, Нернл, и мы продолжаем наш новогодний марафон. Видео выходит одно за одним, через 30 минут промежуток. Может, я как-то сделаю по-другому, чтобы это видео будет там еще с одним. Ну, в общем, понятно. Сейчас и мы играем в Lurking. Эта игра... Сейчас немножко потише сделаю. Хотя... Вот так вот. Эта игра... типа аудио-хоррор, и все будет завязано на звуке, так что сделайте погромче, если можете. Так, ладно, left mouse click to interact use. Боже, какой тут сенситив у мышки. А с чем взаимодействовать то с этим? Ладно. Вроде тихо. Да, вроде тихо. Хорошо. Что это было? Тихо. Я не вижу ничего. А, понятно, все. В общем, от наших шагов создаются эти волны, которые нам, в принципе, все и показывают. Create sounds. Press Q. Ага, просто создаю, только непонятно чем, непонятно как, но создаю. Ладно. Нифига ты пригинаешься! Чувак, да, это ты умелец. Так, а как откинуть? Ага, хорошо. Итак, кидаем. Тю-тю-рю-тю-тю. Так, что тут у нас? Аудиологс. Сегодня 15 апреля. Мы наконец-то закончим движение. Нет, мы наконец-то двигаемся в человеческое что-то там. Теперь все знают мое имя. Subject is in optimal condition. With regards to reports from the assistants, I would like to go on and record to say that I observe no abnormal behavior from animal subjects at all. Чё? Ну-ка, отдайте эту. Ладно. Всё как-то там... Какие-то опыты, что-то типа того, над... То ли животными, то ли людьми, вроде над... вроде над животными, чтобы понять что-то у человека, какие-то повадки, что ли, типа того. Все знают его имя, типа он теперь известный. Может быть, как-то так. Это я то, что выкинул? Да. Ты кто? Это ты с... записывал, да? Привет. Ну-ка, сейчас. Дайте-ка. А, теперь тут... Теперь тут долбанное стекло. Хотя его тут не было. Мы сюда закидывали. Уже вещь. Шибись, ну-ка. А ты чё скажешь? Ну, давай. Где? Операция была прекрасно закончилась. 0-1 до сих пор холоден, но мы надеемся, что мы сможем, что он поднимется в любой момент. Мы представляем. Это... Some idiot must have left the cage door open, I don't
Stupid, stupid. Так, так, чисто... Походу, это говорит чувак, который эту игру делал, потому что дикции никакой, но... В общем... Сейчас. Все вроде хорошо. Подопытный холоден, но они думают, что он может проснуться в любой момент. И какой-то идиот оставил дверь открытой. То есть подопытный может выйти. А это и есть этот подопытный? Подопытный, это ты? Подопытного нету. Ладно. Подопытный что-то не то творит. Подопытный, все с тобой в порядке? Но это полноценная игра, как я понял, потому что она устанавливалась. Хотя это я так и все равно инди. Ну, это и есть инди, но при этом она более-менее полноценная. Если полностью мы проходить ее не будем. Только... Только вот так вот посмотрим. То, что я уже вижу, это неплохо. Воу, ты что делаешь? Я... Стоп, там же клетка была. Так, ладно. Не туда. Там же клетка была. Там же была долбанная клетка. А, я типа так же двигаюсь, да? Мне нельзя трогать эту клетку. Он меня хватает. Так, присядем. Погнали. Так, а если я возьму... Вот это, к примеру, и кинуть туда. Где он там может меня схватить? Через эти прутья огромные? Не-не-не, я не хочу. Воу, падла. Вот видите, что он творит? Могу ускоряться, кстати. Тихо. А он типа меня не слышит, да? Побежали. А, он не успевает. Неплохо. Все, теперь наверх. Шеф, ты ран. Ты же не можешь выбраться? Вообще, шеф, ты ран, надо было раньше мне подсказку эту давать. Не сейчас. Сейчас она довольно поздно пришла. Чего? Так, я не понял, это что такое? Я же отсюда пришел. А что мне надо тут сделать? Мне тут что-то надо найти, что ли? Типа того. Как-то интерактировать. А зачем мне бежать надо было? Я не понял, что я тут должен найти. Не должен. Так, ладно. Что ж. Ну, я не знаю, давайте. Что это? На. А вот это вот что за хрень? Мне кажется, она юзабельна. Только почему-то она упорно не хочет юзаться. Дайте мне пройти-то. А, то есть теперь отсюда еще и выйти нельзя. Зашибись. Ну да. Непонятненькая игрушечка. Я был. Что надо сделать-то? Это что было? Так, у меня есть идея. Давайте-ка.
да. А. Так, вот ты вроде нормальный, ты какой-то не агрессивный. Не понял. Чё ты не узаешься, я тебя уже послушал. Евгений, давай. Мне хочется, может, там какая-то подсказка была, я просто ее не услышал. Operation was great success. 01 still out cold, but we expecting to wake up any moment. There was a minor incident, however, the lab rats have somehow managed to escape their confines, and we need to find them. We try to recapture them now. Some idiot must have left the cage door open, I don't know. Stupid. Так, чисто. Хоть идиот открыл дверь. Хотя, стоп. Сам идиот must have... Какой-то идиот, должно быть, открыл дверь. Вот это он сказал. Я не во всех, что ли, был? Так, ладно. Ладно. Ребят, я в принципе-то понял, как играет эта игра. Евгений, давай. А, вон дверь. А, дверь закрыта. А, он не уходит отсюда, он типа меня видит. Как мы видим, вот она дверь. Как ее может открыть, я не знаю. Тихо. Хорошо, это я сделал. Это без проблем. Зачем мне тут shift? Я не очень понимаю. Или это вы мне про стекло? Ну просто так поздно сообщили. А-а-а! Тут еще есть дверь. Ладно, я что-то не заметил в тот раз. Пикабу. Он подсел на паблик, походу. Дело. Не, я так думаю, в игру можно еще серию записать. Она, вот она... ...более-менее... ...полноценно. Я что, кто-то выпустил? Боже. Где ты? Чего? Что ты там делаешь? Тихо, ко мне он, по идее, пробраться-то не может. Ух, ёп. Человек жрет. Пятый не, не просыпается, черт. В общем, типа 05 не просыпается, и я не понимаю, почему. Они хотят закрыть мою работу, уроды. Они не понимают, насколько она важна для меня. Я докажу им, я покажу им, что оно работает. Я закончу мою работу, я сделаю ее. Ну, что-то типа того он говорил. Закончил, сволочь. Хорошо закончил. Молодец. Пу, так, я так понимаю... Стоп, а я что, могу передвигаться так, чтобы он меня не слышал? О, да, он меня так не слышит. Забавно, я так не создаю звуку все-таки. Тихо, что это? Опа. Да как? Так, что там находится? Пошли сюда. Ага, лифт. Окей.
Он едет, если я не ошибаюсь, да? Или мне надо дойти до той двери, а потом бежать в эту сторону? Ладно. Проверим гипотезу. По крайней мере, шумов я так не создаю. Уже хорошо. И пробраться туда я не могу. Как он пробрался, я не врубаюсь. Не-не-не-не, бежим. Бежим. Ух. А, он не может оттуда выбраться, он меня просто через эти прутья захватил. Окей. Напряжно немного. В эту игру неплохо играть в Oculus Rift. В принципе, она для нее тоже разработана. Если у кого-то есть Oculus Rift, правда, советую пройдите эту игру вместе с Oculus Rift. Это очень классный экспириенс, мне кажется. Очень классный и очень страховый. Тихо, что тут? Опа. Что он делает? Долбится в ящик. Что может делать монстр в хоррор-игре? Долбиться в ящик. Ух. 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 Что это было? И почему она не создала шум? Я чуть не кончился от нее, а она не создала шум. Зашибись. Хрень долбится в ящик. Эти предметы нужны, чтобы типа его отвлечь. Я прав. Так, возьмем один из них. Вот, так, положим. Поднимем опять. Положим. Так, а если... как-то привлечь его внимание, конечно. А! Не очень хочется этого делать, но... На! Чё оно проникает сквозь... стекло? Чтоб там не было. А, стоп, теперь не проникает? То проникло, а это не хочет? Все странно работает. Да я тут такой шум создал, тебе плевать. Ладненько. Тут еще в этой игре проблема в том, что видно плохо. Куда можно пройти и так далее. Он вроде далеко, не? По крайней мере, я даже двери не вижу, которая тут не типа ведет. Следую просто длину коридора. Да. Хорош. Хорош. Как это сделать? А, не, у меня есть идея. Надо было так и сделать раньше. Так. Ага. Так, нам как-то вот сюда теперь встать. Ага. Так, идем до конца, до упора. Она еще и сложная. В Окулусе это вообще нереально делать, мне кажется. Это очень сложно делать в Окулусе. Так, еще банку быстро беру. Еще. Бежим. Тихо. Фу, он отстал. Хорошо. Фу. А чё это? Давайте глянем. Выход? Да, ну выход.
Ладно, ребят, давайте на этом мы закончим с этой игрушкой. Игрушка, вот эта игрушка очень хорошая. Я ее вам советую. И поиграть, и пройти. А если у вас есть Oculus Rift, либо если вы хотите его купить, и вы любите хорроры, то вот эта игра вам, вот просто я ее советую. Она шикарна, она даже без Oculus хороша. То есть, если вам понравилось, можете и так пройти. Но с Oculus это такой экспириенс, дикий просто. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Нернел, и до скорой встречи.